Всем привет, друзья! Привет из города Новороссийска. Я в Новороссийске. Всем привет! Я приехала вот на таком шикарном автобусе. Этот автобус проходящий. Вот смотрите, такой большой. Я сейчас нахожусь на автостоянке и направляюсь в Абрау-Дюрсо. Абрау-Дюрсо находится недалеко, 14 километров от Новороссийска. И сейчас я вам все подробно расскажу, зачем я туда еду и какие достопримечательности в Абрау-Дюрсо есть. За мной остался автовокзал. Проходите. Идет дождь, но вроде бы уже он заканчивается. Все зонтами. Лета в этом году нет. У нас в Анапе тоже дождь. Я перехожу дорогу. И здесь местный транспорт. Маршрутки, которые обслуживают пригород Новороссийска. Мне нужна маршрутка 102. И минут через 20 я приеду в Абрау-Дюрсо. Чем знаменита Абрау-Дюрсо? Это, конечно, заводом шампанских вин, куда я и направляюсь. Но еще есть много достопримечательностей у этого маленького райского уголка. Вот смотрите, вот я вам показываю автовокзал. Я перешла дорогу. И вот здесь такой пятачок. И можно добраться местной маршруткой. Так чем же знаменит Абрау-Дюрсо? Это, конечно, завод шампанских вин. И еще много достопримечательностей в этом маленьком уютном поселочке. Ну, все подробно покажу, расскажу. Этот райский уголок мне очень нравится. Вот я сейчас ищу 106, 105, вижу свою маршрутку. А, вот я вижу 102, маршрутка 102. Все, я направляюсь в маршрутку. И с вами увидимся уже в Абрау-Дюрсо. Вот решила немножко поснимать. Я в маршрутке 102. Ехать нам минут 25, пока водитель там общается. Значит, хочу напомнить. Из Анапы до Новороссийска я ехала час. Стоимость билета 98 рублей. Если будет автобус, наш местный Анапа-Новороссийск, Новороссийск-Анапа. Я сейчас добиралась на автобусе, который проходящий. Он шел у нас на Сочи. Стоимость билета 114 рублей. По расписанию он пришел, все нормально. Но очень долго добирался по городу, были пробки. Сейчас я вам еще покажу дорогу, красивейшую дорогу, которая будет у нас на Абрау-Дюрсо. Идет дождь. Ну, я взяла зонт. Вот такая маршруточка обычная. Вот я хотела еще сказать о автобусе, на котором я приехала. Очень комфортный автобус. Он идет на Сочи. И кондиционеры, и подсветка, где написаны номера. И удобные кресла, и расстояние между креслами, и подлокотники, и столики. В общем, можно спокойно на дальние расстояния ехать. А сейчас я буду платить за билет и направляюсь в Абрау-Дюрсо. Наконец-то мы поехали. Почти 20 минут сидела, ждала. Едем по Новороссийску.
Мы продолжаем ехать по Новороссийску от автовокзала. Мы едем по Анапскому шоссе. И сейчас будет поворот налево на кольце. И уже направляемся на Брау. Кому интересно посмотреть про Новороссийск, у меня есть несколько видео про Новороссийск. Заходите на мой канал, смотрите предыдущие видео. Поездка с сестрой, поездка в Новороссийск, на Малую Землю. Очень много интересных видео именно об этом городе. Горы. Видите, как красиво. Красота. Осталось 10 километров. Дорога серпантин, зеленая. Впереди горы. Притянуло как. Собачка кого-то встречает. Здесь, смотрю, дождя нет. Это радует. Красивая дорога. После автобуса.
Осталось еще 4 километра. Хутор. Смотрите, как называется Камчатка. На протяжении всей дороги поселок за поселком расположен. Они проехали, начинается другое. Следующий проехали. Опять какой-то поселок. Сейчас был хутор. И осталось еще 3 километра. Видите, дома внизу. Ух, какой поворот. Едем в горах. Уже внизу там видно, мы поднялись еще выше, там горы внизу, вон, видите, и Новороссийск остался внизу. Сам поселок расположен в горах. Сейчас поднимемся в горы, немножечко потом опять будет спуск. Налево, потом направо, потом опять налево, сейчас опять налево. Видите, теперь мы опять спускаемся. Ограничение скорости 70. Осталось еще немножко, и мы едем в райский уголок, который я вам покажу. Я еду в завод шампанских вин, заключить договор. И заодно покажу вам все красоты этого замечательного маленького райского уголка, который расположен вокруг гор со своим знаменитым заводом, со своим знаменитым озером Абрау. Ух ты, поворот какой! Какие еще достопримечательности есть в Абрау-Дюрсо? Ну, сейчас уже можно поговорить. Осталось совсем немножко. Значит, завод шампанских вин, который был организован в 1870 году. Вот как раз мы проехали, и было написано Абрау-Дюрсо. А вот знаменитые виноградники, которые начинаются повсюду. Про виноградники я вам расскажу чуть попозже. Вот, добро пожаловать в Абрау-Дюрсо. Мы уже подъезжаем. Черпан уже знаменит. Это завод шампанских вин. Знаменитое озеро Абрау. Арк-парк, который расположен на набережной. Набережная. И еще есть фонтаны, которые работают с 9 часов. Поющие фонтаны, которые расположены посередине озера. И знаменитая церковь Ксении Петербургской. О всем по порядку. Я вам буду рассказывать, показывать сегодня. Ну, сейчас мы приехали в Абрау-Дюрсо.
Ровно 25 минут мы ехали, но останавливались очень часто, потому что были остановки у каждого поселка. Сейчас я перейду дорогу и направляюсь в центр этого знаменитого поселка.